После месячной паузы в Новосибирск вернулся мини-футбол. 26 января местный сибиряк принимал московский КПРФ. Новосибирцы подошли к отчетной игре в приподнятом настроении. Неделю назад им впервые покорился Урал, а вместе с ним пятая строчка в турнирной таблице этого сезона. Сибиряк на правах хозяина начал активнее, правда, запал новосибирцев быстро пропал. После двух опасных моментов у ворот Волчанова в дебюте встречи игра успокоилась. С тренерской скамейки хозяев раз за разом доносилось «пас-пас». Этот компонент игры у новосибирцев явно страдал. Отсюда и беззубость в атаке. В такой ситуации на помощь пришли стандарты. На 11-й минуте Ришат Котляров после розыгрыша углового открыл счет в матче. Забитый мяч встрепенул сибиряк. Классные возможности для того, чтобы увеличить разрыв, имели Николай Коневец и Шуша. Но кипер москвичей играл выше всяких похвал. А на 16-й минуте КПРФ смог отыграться. Грамотный прессинг привел к перехвату мяча и голу Филиппова. Игра первого круга, проходившая в Климовске, завершилась как раз со счетом 1-1. В этот раз так окончились лишь первые 25 минут встречи, а на второй тайм пришлась настоящая голевая феерия. Начало ей положил Николай Плахов, отличившийся на 26-й минуте. Новосибирец подкараулил ошибку обороны коммунистов. Для того, чтобы ответить, КПРФ понадобилось чуть больше 10 минут. На 37-й Марсело блеснул индивидуальным мастерством и восстановил равновесие. Правда, уже через 4 минуты испанец принимал кучу критики в свой адрес на скамейке запасных. Ветеран намудрил в защите, обрезал команду, и Сергей Покатыло вывел сибиряк вперед. Если в прошлые разы хозяевам закрепить успех не удавалось, то сейчас это произошло. На 46-й минуте Шуша, который имел в матче не одну возможность забить, наконец трансформировал момент в гол, реализовав выход 1-1. Виктор Владющенков тут же выпустил пятого полевого, но сибиряк до поры до времени грамотно оборонялся в меньшинстве. Сбой произошел, когда до конца оставалась минута. Сначала новосибирцы не доглядели за Якимовым, который сократил разницу в счете, а за 10 секунд до конца забыли составить компанию Марсело, скучавшему на дальней штанге. Получив мяч, испанец подарком воспользовался и счет сравнял. Это сознание, да, было такое, то, что еще не все потеряно, мы можем. Конечно, ну верилось, да. Больше желания, наверное, было у нас просто, поэтому как бы получилось у нас все. Времени на то, чтобы вырыть победу, у хозяев не было. Итог 4-4. И в потере двух очков новосибирцы могут винить только себя. Реализация, конечно, была очень на низком уровне. И, конечно, ахиллесова пята наша в этом году, игра 5-4, конечно, тоже казалась безобразной. Пропустили за 2 минуты 2 гола. В этих двух компонентах мы, конечно, не доработали. Но в целом и по движению, и по тому, как команда играла в атаке, и в обороне, в целом выглядели очень хорошо. Что порадовало сегодня, если раньше мы пропускали 1-2 мяча, и команда просто разваливалась, то сегодня, проигрывая 2 мяча, мы все-таки играли до конца. Настрой был очень хороший. Да, были ошибки, были это, но по настрою, по желанию и по отдаче у меня, в принципе, претензий никому нет. Сибиряк в 6-й раз в сезоне сыграл ничью и вновь умудрился упустить победу, ведя в счете. КПРФ же ничью в Новосибирске может смело заносить себе в актив. Такой камбэк дорогого стоит. Юрий Землянов, специально для Ассоциации мини-футбола России.